праздник. Спасибо вам огромное за терпение, за ожидание. Я никогда не сомневалась, что таким инструментом могут владеть и учиться им владеть только самые хорошие и добрые люди. Итак, мы начинаем небольшой гала-концерт церемонии награждения победителей фестиваля «Балалайки, звонкий голосок». И начинаем мы его с самого-самого начала. С чего начинают самые маленькие участники, ученики, которые только-только приходят в класс и попадают в заботливые руки педагогов-балалайшников. Итак, встречайте, пожалуйста, квартет самых маленьких участников. Педагог Сергей Романович Щудлюк «В саду ли в огороде» – это самая первоначальная пьеска, которую все играют. Поаплодируйте им. Всяческих конкурсов. Итак, встречайте, член нашего жюри, балалайшник-виртуоз Рогачев Евгений Юрьевич, Шишаков, инструментальная пьеса на тему русской народной песни «Барыня». Thank you.
Сергей Щедлюк, Сергей Краснокутский. Фантазии на тему песен Шаинского. Ивановна Гордей и Алексей Виноградов баян. Ахты, «Береза» в обработке Бориса Трояновского. Thank you.
большим, с огромным удовольствием приглашаю на сцену членов жюри фестиваля «Балалайки. Звонкий голосок». Александр Алексеевич Ячменев, Андрей Михайлович Демидов, Юрий Михайлович Шишкин, Евгений Юрьевич Рогачев. Устали вы? Нет, не устали? Но тогда я вам по секрету скажу, что я у них выпросила две пьесы. «Шалов шуточная» и «Валенки». Наслаждайтесь. Душа поэтов.